Музыкальный проект «Цена Ира» перезагружается и стартует с новой силой. Полюбившийся народу интерактивный конкурс после двухлетнего перерыва заново соберет зрителей у экранов телевизоров. В этом году впервые соорганизатором 11-го музыкального конкурса вместе с НВК «Саха» выступает Государственный театр эстрады республики. Зрители уже смогли увидеть будущих участников из трансляции кастинга исполнителей. Концерты пройдут в Государственном театре оперы и балета 1 декабря с 5 и 8 часов, а также 2 декабря в то же время. Участников осталось также 30 человек. Да. Нынче у нас будут исполнены также новые конкурсные песни, хитовые песни, причем они будут на разных языках. И в этом году новогодняя программа будет состоять из звезд, скажем, первого поколения и нового поколения Санары. Конкурсанты впервые будут идти в живом исполнении.